дисциплина, она всегда. Начали! Никак не закиньте все файлы. Чем больше мы тебя ждем, тем больше времени у нас будет на игры. Так, Варя вперед, Савелий вперед, Влада вперед, Даня вперед. Савелий, руки вперед, руки вверх. А что я пока делаю? Руки Милана, я Артем справились, молодцы. Показываю то, что я показываю, то и делайте. Так.
вперед, вперед давай. И поднять дух своей команды. Если ты их будешь пинать ногами, ты таким образом дух команды не поднимешь. Тренировки, победы, какие-то неудачи, какие-то разочарования, какие-то радости. Все будет. Я хочу, чтобы вы проанализировали этот дух. Если вы научитесь управлять собой, вы в этой жизни очень многое достигнете. Тот, кто не управляет собой, тот, кто не управляет собой, значит, найдет того, кто будет управлять им. По-другому никак не получится. Поэтому работайте, тренируйтесь, занимайтесь. Все, что вы делаете, делайте с тремя нашими правилами. Говорить вами не будет. Смотрите, можно уже идти перебиваться. Тренировка уже закончилась на самом деле. Я теперь делаю третью часть. Это вопрос дисциплины. Что мешает тебе управлять сейчас собой? Глупо. Или кто управляет сейчас тобой? Твои эмоции, чувства, я не знаю. Можно сказать? Да. Глупо. Да. Благодаря которым вы построите новый дом, купите новую машину, заработаете. Так. С наступающим Новым годом. Состоит из тех дел, которые он совершает, как дом из кирпичей. Да? Вот этот символ того дома, который вы строите. Я буду тебя, вообще моя.